Так, вот снова следы, где мы ехали. Сейчас я быстренько расскажу несколько слов. Так, про нашу комплектацию. Так, открывается с кнопочки, получается, вот с этой вот. Цвет, видите, в буран стал серым. Итак, получается, у нас полная комплектация. Впереди, где значок, вот самая интересная фишка. Сонар, который называется адаптивный круиз-контроль, кажется, так. Видит впереди идущую машину и держит за ней дистанцию. Если та начинает тормозить и снижать скорость, то наша машина также автоматически сама тормозит, подстраивается под скорость впереди идущей машины. Так, что еще? Омыватели фар, затем камеры 360. И багажник, автоматический привод багажника. Багажник большой, вместительный. Вот у нас тут и лопатка есть, если что, откопаемся. Инструменты. Также можно поднять еще один ряд сидений. Вот две кнопочки. Закрываем багажник. Поехали дальше. Так. Ну, здесь что мы имеем? Шайба управления раздаточной коробки. Вот эта шайбочка, да, у нас округленькая? Имеет 4 режима. Вот. Задний привод, полный привод, полный привод пониженный и полный привод пониженный с функцией блокировки заднего дифференциала. И здесь помимо вот этих всех режимов, еще на пониженное можно использовать, сколько там, 3 режима. Ну вот туда вот, на П. Да, гравий. Сейчас у нас что стоит? Сент. Сент, гравий, потом снег, грязь. Грязь, снег. Вот. Сент. А песок. Песок. Вот. Сейчас мы поедем на режиме снег, соответственно. Выбираем. Снег, да. Все. Но пониже, чтобы не встрять. Так, что еще здесь дополнительно? Это помощь при спуске с горы. И электроручник и автохолд. Автохолд, ну это кнопка. Это кнопка для того, чтобы не напрягать ноги. Это как? Ну это на перекрестке, допустим. Машина сама автоматически будет держать тормоз. Когда ты на светофоре остановился, если у тебя включена эта функция, она удерживает тормоз. Угу. Так, ну вот в салоне у нас 32. Печка, огонь. Так, вот обзор наш 360 камеры. Потом у нас есть... Это тоже относится к камерам 360? Датчики поворота, да? Или как он называется на стеклах? То, что видит... предупреждает, что сбоку едет машина.
как называются? Датчики невидимых зон. Датчики невидимых зон тоже очень полезная функция, я так считаю. Да, это точно. Или как эта зона называется? Невидимая, невидимая зона, да. Так, ну про сонар я рассказала. Вроде все. Ну, который видит впереди идущую машину. А-а-а. Что еще в полной комплектации у нас есть? Камеры 360, адаптивный круиз-контроль, вот эти датчики невидимых зон, омыватели фары, электропривод багажника. Люк. Люк у всех. Люк у всех, да, или есть? Нет, я не знаю. Ну, покажем. А, сейчас у нас снежок там. Потом 18-е колеса, да, у них? 18-е колеса. Ксенон. Биксенон, наверное. Биксенон. Потом дополнительное освещение при повороте руля. Отъедем. А вот смотри, я подниматься, видишь? Придется. Да нет, ты че? Покопай. Здесь не придется это тебе. Все, не поедем туда, выходим. Почему? Вот это самый низкий, самый мощный режим сейчас у нас стоит. Знаешь, что это значит? Что? А? Офигеть, мы проехали. Почти. Нет, это я ж, включил, выключил. Ух, нет. Вот это да. А ты вот сюда посмотри. Ё-моё. Ну что ты наделал? Зачем мы сюда заехали?
Офигеть. Давай, давай, багажник открывай. Вон отсюда поснимай лучше. Ну тут мы хотя бы проехали. Нет, мы могли до конца проехать, я просто с этого. Газ сбросил? А, газ сбросил. Да, можно было проехать. Ну она уперлась мордой, посмотри, хватит. Сейчас посмотрю. Так, сейчас. Тут же надо еще пролезть. Сугробы выше колена. Вот я стою, блин, выше колена снег, сугроб, выше колена. Ну она хорошо прям сидит. Да, конечно. Сейчас я отойду подальше. Лопатой пошевелил, наверное. Как раз забыла рассказать про эту функцию. Какой? Ну, ногой. Ногой шевелишь там где-то, и багажник открывается. Но мы ей не пользуемся. Она то работает, то не работает. Непонятно, где там надо ногами махать. Тут мы проехали. Если бы газ не сбавили, мы проехали, да? А? Если бы газ не сбавили. Да, тем более здесь уклон. Мы бы как на санках прошли. Да, в общем, газ сбавили. Поэтому не проехали. Вот так вон тут какая глубина. Мы ехали. Вот тут особенно. Сколько просмотров мой контент наберет? Ты хотела контент, я тебе его сделал. Точно.
Давайте, ребятки, лайки, лайки ставьте мне. А мы здесь весь часик покопаем. Вот это да. Не знаю, видно на телефон, не видно, какая тут глубина. На Шкоде бы наш вертолетом бы активировали. Смотри, он сел на пузо, да? Вон какая тут глубина. А? На пузо сел, да? Он на пузо сел. На пузо сел, я говорю, вон какая глубина. Я его уже второй раз выкапываю. Второй раз? Да, в том году я же еще. Ну там было так же где-то, вот так вот, пока вот так вот. Угу. Ну вот считай здесь, вот видишь? Ну да, там глубоко, вот, я сугроб, же там вот, стояла в сугробе, вот, да. Вот сугроб получается вот так вот. Да. Просто на телефоне, наверное, не так видно, как мы это видим сейчас. Лучше я еще раз повторю. Все, поехали домой. Пусть мы вот так боком пройдем вот по этому. Нет. Все, на сегодня окончено наше путешествие. Ну все. Всем спасибо. Что спасибо? Давай еще что-нибудь сделаем. Нет, мы пошли гулять. Проблем заехали. Рался. Вот этот самый лютый режим вообще считается. Но я не знаю, что там. Даже не застряли ни разу. Сейчас покажу. О, смотри, собаки, что едят? Маска там.
мясо какое-то хавать. Что, та уехала, наверное, пойдем туда? Пошли гулять. А? Гулять. Да. А, на этом последнем режиме, да? Да. Пошли. Вот наши следы. Целый ров. Посмотреть. Как печка дует, печка как дует. Вот пальцы сюда свои поставь. Вот сюда на решетку. Да нет, не так, не в перчатках, так поставь. Дует. Горячо? Горячий, да. 32. Горячий, конечно. Ташкент. В салоне. Все, пойдем прогуляться. Прибыли к месту назначения.